победу и обладателями суперкубка становятся наши гости из города Москва. Пара под номером 12 Наталья Лешева, Денис Медведев. Как элемент,
Аплодисменты, конечно.
конечно же, аплодисменты группе «Молодежь 2». Прекрасный стандарт, мы увидели в их исполнении. IDSU гран-при, группа «Взрослые». Стандарт. И первое место завоевала пара под номером 439. Ярославки Серёстов и Филипчук, Москва, ЦСКА, Динамо. Большая рокировка у нас произошла в двух старших возрастных категориях, но сумма осталась той же. Третье место бронзовой медали Илья Волков, Екатерина Стасюк, Сигма Минск, тренер Екатерина Козыра, Артём Козыра.